По жалобам жителей, участники эко-рейда приехали на точку и обнаружили вопиющее нарушение экологического законодательства. Среди бела дня, ничего не боясь, под видом строительных отходов сюда завозят бытовой мусор. Тот самый, что мы каждый день выбрасываем в мусорное ведро. Находимся в Солнечногорском районе. Город Солнечногорск. Вот приехали на одну такую из площадок, так называемые перевалки. Явно видно, что это не строительный. По нашим данным, на данной площадке занимаются сбором и переработкой строительных отходов. По всей стране шагает мусорная реформа, в рамках которой и государство, и простые граждане бьются за то, чтобы весь мусор шел на сортировку и грамотную утилизацию. Но отдельные предприниматели считают, что им закон не писан, президент не указ. Им плевать на простых граждан и на стремление страны решить мусорную проблему. У вас, вы чем, твердо бытовыми отходами, твердо коммунальными занимаетесь, получается? Строительный мусор, да. А твердо бытовых отходов вы не обрабатываете? Бытовых нет. У меня и договора вообще я стою, не работаю. Но люди у нас же разные, они же все равно кидают. Почему все кинуть? Ну вот мы находимся у вас сейчас на площадке, видим вот этот контейнер, заполненный полностью, 40-кубовый. И рядом куча, и все это бытовые отходы. Тут вообще со строительными... Со строительными отходами тут рядом вообще и не пахло с строительными отходами. Вы могли бы подъехать сюда? Я точно не мог. Особенно поражает циничность предпринимательницы, которая на голубом глазу открыто всем врет. И даже после того, как сотрудники сообщают, что находятся на месте и видят нарушения своими глазами, она отказывается приехать на площадку и признать свою вину. Прошло порядка 2,5 часов, как приехали сотрудники полиции. Сейчас будем заходить совместно с сотрудниками полиции и фиксировать морфологический состав этих отходов, которые мы обнаружили. Здесь твердое покрытие, фильтрат в почву не просачивается. Здесь лежат бетонные плиты. Давайте делать тогда анализ. Сотрудник полиции подтвердил наличие здесь твердых коммунальных отходов. Он сейчас вызвал наряд сотрудников БЭП, которые непосредственно и будут оформлять данное правонарушение. Вот ожидание сотрудников полиции продолжается. Привет, сейчас оформляем талончик, который выдается при обращении в полицию. Когда я пока здесь, Дамир должен. Общественный инспектор пишет заявление в полицию, ему обязательно должны дать корешок от заявления, в котором указывается номер, 13.047. Да. 13.047. От сегодняшнего числа поступило заявление в Солнечногорское РУВД. Страшно подумать, где потом окажется этот мусор. В лесу? Во враге? Или вообще будет закопан в каком-нибудь карьере? Страшно подумать, куда поехали бы эти груды мусора, если бы экологи вовремя не предотвратили это нарушение. Сотрудники полиции вызвали эвакуатор со спецстоянки. Сейчас вся спецтехника, которая находилась на стоянке и осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность в сфере сообразительных отходов, будет размещена на специализированную стоянку для выяснения всех обстоятельств. Хотим обратиться ко всем, кто надеется нарушать закон и уйти от ответственности. У вас ничего не выйдет. Проект «Экорейд» держит руку на пульсе экологической безопасности граждан. Мы добьемся закрытия всех подобных точек. Больше ни один мусоровоз не сможет свозить отходы в обход закона и установленных правил.